Ну, это мы пока не будем. Зачем так? Такая шумная. Вчера я вас видел, это если на задних, позже, вчера вас не видел и даже не тащил изменить. А, мы будем еще играть. Еще успеем. Третий лишний слишком тут не доиграл. И в колдунчике. А вы кем будете? Воды? На свободе лучше. Бегаешь от них. Вдруг ни с того ни с сего к тебе подходит человечек и трогает тебя. Это типа такого, как бы он тебя осалил. Меня либо она должна поймать его и взяли того, кто выжил.
посидим. Да тут сейчас выползут, они расползлись, переваривают. А не знаю, тут есть Вовка Сервитник? Какой? Вовка Сервитник, он такой, с бородой и с длинными волосами. Не знаю. Я, может быть, не всех знаю. Вовку. Это надо у тех, кто здесь постоянно находится, спрашивать. О, Ксения. Цветное. Оно цветное здесь, вот и все. Цветное. Ну отпусти глаза. Вот. Вот цветное. А можно так взять цветное? Нет, свети не могу. Давай я сам. Все, сейчас пленка кончится. И через сколько? Уже кончается. Ладно, все хватит. Пора на работу, вспомнишь, я музыки. Пора на работу, это суровая реальность, а не музыки. Ну что?
правоверные. Сон хуже смерти. В чем вы сейчас убедитесь? Настя, куда вчера пропала? Ты что около костра искал, так и не нашел? Или мне вчера очень долго померещилось, ясно. Это глюки бывают. Вот. Это вы вместе с Ксенией пели, да? Ксения, это я. А, Ксения, это ты. Это, ой, извини, пожалуйста, пели. Извини, пожалуйста, господи. Вчера, это глюк. Побывает. Да, вроде я далеко-то не делалась. Ага, ясно. Все. Нет, все. У меня... Это вы как раз куда-то ушли. Ой, я засыпаю быстро. К сожалению, своему. Ушли один раз. А потом пришли опять. Ну да. Я уже не могу так долго сидеть около костра. Ничего. Но вы хорошо пили, особенно в начале. Такими милыми голосками. Вам стали что-то кончаться в голове песни. Не, мне кажется, что ребята просто немножко. Ревнуют, у каждого свои песни есть, они хотят свои песни петь, когда чужие слышат, они и так. А вчера, вчера мы, по-моему, обиделись некоторые товарищи, что мы им сказали, что никакой звезды по имени Солнце здесь более не желаем, по крайней мере, в этот вечер. Ясно. Да нет, ничего. У вас очень хороший репертуар, довольно своеобразный. Это чисто авдеевский, да, репертуар? Нет. Там из чисто авдеевского тоже что-то, конечно, есть. Угу. Но что-то отовсюду. Но там как бы. Все очень прилично. И все очень хорошо звучало. Я привык без гитары петь, если говорить честно. У нас сам никогда не играл. И я, например, считаю, что гитара совсем не обязательно, чтобы песню спеть. Можно и так. Все будет хорошо звучать, если правильно поставить. Ой, господи. Зверь просто, да? Да нет, это, конечно, обычная его побудка, но.